Итак, я вас приветствую. Мы продолжаем проходить Doom 3. Здесь, в UEC, мы предоставляем... И здесь, в UFC, мы предоставляем возможность расщеклиться в вентиляции, блять, на вот такие вот кусочки, нахуй. В прошлой серии мы чуть не получили пизды. Там была у нас классная засада, блять. Мы выяснили, что скотина умеет прыгать. Благолов... Блять, слышь, ты чё, нахуй? Братан, все нормально? Нихуя себе, видели, да? Нормально. Мне бы тоже не помешало такую хуйню, когда утром не можешь встать на работу, блядь. Так, блядь. Пожалуйста, пошел нахуй, друган. Еще один, блядь. Пиздец. Только здесь, начало уровня. В UFC, мы предоставляем. Криповые звуки, блядь. Я тоже так умею. Там что-то есть, да? Или нет, блядь? Давайте посмотрим. Какой-то косячок? Нет, тут только... О, аптеки, ёб твою мать. Прям то, что доктор прописал. Что, блядь, ну как бы... Не то, чтобы их сильно много раскидано на этой сложности. Блядь. До свидания, блядь. Кот ушел, блядь, слышь? Он на меня обиделся. Чуваки не умеют воевать через какие-то приоткрытые двери. Они умеют только, блядь, выскакивать на тебя, как овощи ебаные, и стрелять. Возможно, на ходу. Так, это толчок, да, какой-то, блядь? Блядь, понятно. Приуныл, братан. Приуныл, да. Извини. Сейчас, что это было, блядь? Там кого-то заспавнило, да, там, нахуй? Вот интересно, если какая-то сука летит в тебя в полете, можно ли... Ну хотя я тогда останавливал в полете, блять, выстрелом. Блять, ебаный твой ты дурак, нахуй, слышишь? Че ускоренный ты? А, ну это, знаешь, это те зомби, которым колят стимуляторы вместо успокоительных. Блять! Пидоросня ебаная! Пошла нахуй! Сука. Пидорша, блять. Че, не будет скримака в зеркале сегодня, нет? Одного хватило? Слишком предсказуемо, да, будет? Так, у нас вот выход куда-то хуй знает куда. Аптекущ. Аптекущ. Скушаем. О, граната, заебись. Мне кажется, и в туалете самое место. Все мы в детстве любили, блядь, смывать подобные штуки. С4, да? Давай посмотрим. Склад С4, значит, блядь. Приятного аппетита, блядь. Мне кажется, там выход. Там еще что-то лежало, надо посмотреть. Ёбаная тварь! Я ведь не ошибся, да? Это ты, блядь? Не зомби был, нахуй. Светящиеся глаза этого хуесоса, блядь. Ну, там две головы, как бы, ошибиться нереально, нахуй. Это раз. Чесоточный. В общем, вентиляция перестала быть безопасным местом, блядь. До свидания. Еще один.
Отъебись. Ты там успокойся, блядь, тихонечко сиди. В общем, у нас с помощью этого адского телепорта спавнит всех, кроме зомби, нахуй, насколько я понимаю. О, гранат, кстати, у нас накопилось почти 40 штук, надо начать их использовать, блядь. При зачистке больших скоплений супостатов, я думаю, что это будет самое то. Так, это та дверь, которая нас не пускала. Где-то здесь был ебанат. Пехотный ебанат, надо его найти, наверное, блядь. Так, у нас тут граждане предаются плотским утехам, блядь, вдвоем, но я думаю, что мы помешаем их любви немножечко. Что не стоит никогда заниматься гомосятиной на виду у других людей, блядь, ребят, но это неприлично, на самом деле. Так, что тут у нас, блядь? О, это мы. Да, это мы. Это тупо камера, короче, можно палить, да? А сделать ничего нельзя, насколько я понял. Понял, принял. Тут мы бессильны. Так, потом у нас по-прежнему дохуя. Сохранимся. Так, подожди, что я делаю-то? Не то делаю. А вот записи нет? А у этого есть. Докладная записка о неподобающем обращении с научными работниками. 14 сентября 2145 года. Как вам известно, я приложил значительные усилия для набора сотрудников в лаборатории комплекса Альфа. Найти квалифицированных ученых, согласных работать на Марсе. Непростая задача. Вы это знаете не хуже меня. Но я вынужден еще раз подчеркнуть, что их жалобы необходимо принять всерьез. Мы не сможем ни удержать наших сотрудников, ни набрать новых, если подобные издевательства будут продолжаться. Да, именно издевательства. Я постоянно получаю жалобы на действия сотрудников службы безопасности, которые все время задают неуместные вопросы и устраивают ненужные проверки биографии. Я настаиваю, что у сотрудников должно быть право на личную жизнь. Люди просто не могут работать в такой атмосфере. Не знаю, существует ли реальная опасность, но действия сотрудников охраны можно расценивать только как вредительство. С уважением, Эндрю Чин. Конец записи. Эндрю Чин, блядь. Знаешь, Эндрю Чин, блядь, вот вы там какую-то хуйню раскопали, и всем настал пиздец, блядь. Я думаю, что вас надо было дрочить еще в два раза пуще, чем, блядь, до этого это происходило, как бы, нахуй. Может быть, тогда такого пиздеца бы и не произошло. Ну, хотя бы, может быть, не в таком масштабе, блядь. Сиди, блядь. Так, вот у нас воздух кончился, да? А, он там заспавнился и стекло разбил. Ну, ребят, у вас тут... Очень все надежно, блядь, я смотрю. Смотри, гранаты. Блядь, у нас сейчас их будет вообще максимальное просто количество, но надо куда-то их деть. Хотя бы попробовать. Закрывай дверь, нахуй, мы сейчас будем терять хп-ху, блядь. Вовремя заметил, что у нас почти не осталось кислорода. Вот эта встреча сейчас была, да? Нормально? Че, очередной мультик, да, охуенно? Объединенная аэрокосмическая корпорация была бессменным... Не, друган. Не только разрабатывает... Это все интересно, но не настолько. Но и как можно полнее раскрывает их потенциал. Опа. Живые чуваки еще есть. Бегайте, как ебланы, знаете. Вас что, всего трое, блядь? Ну, я хочу сказать... На что вы рассчитывали, не совсем понятно, блядь. Там шкаф. Малкольм...
Так, ну-ка пошел нахуй, я знаю, как ты любишь прыгать, пидорас. Блять! Ну конечно, ты не мог появиться один. Там где-то ебал. Блять, еще, да что ты, сука? Пошел нахуй. Браво докладывает, что они засекли свое расположение, но не могут до тебя добраться. Попробуй пройти через технические помещения и соединиться с ними в третьем секторе. Ага, отлично, спасибо. Я их видел, блять, но им нет бы меня подождать, блять, минуточку, сука. Они куда-то съебали, и потом бегающие их нахуй. Точнее, возможно, их кишки, а не их самих. Так, что-то я не наблюдаю, блядь, где у нас третья пушка. Их вроде бы было трое, блядь. Сколько я потратил? Три гранаты, да. Их было трое. Ладно, хуй с ним, неважно, блядь. Надеюсь, меня не расключат этой залупой. Тихо. Завязывай. У нас тут ящик не очень явный, как бы. Давайте посмотрим. Аудиозапись Уолтера так. Коннорса. Компрессор молекулярного топлива показывает великолепные результаты. Последние изменения, которые я внес 102. В уравнение, стали толчком к недавнему открытию. Надо для другого. Моя работа над этим проектом послужила катализатором, ускорившим развитие работы. Я также следил за тем, чтобы каждый качественно выполнял свою работу и, конечно, перепроверял все данные, чтобы нигде не закралась ошибка. Новые достижения принесет компании огромную прибыль. И скажу без ложной скромности, из моих идей и тяжелой работы мы вряд ли смогли бы добиться такого успеха. Я также хотел бы выразить вам признательность за вашу руководящую роль в этом проекте. Работать с вами – большая честь для меня. Только, пожалуйста, не забудьте в конце года вставить мое имя в список на повышение. Уолтер закончил. Так, у нас там еще один, получается, код мы нашли. До другого ящика. На, его не проебать. Где-то он впереди, скорее всего. Я тебя слышу, пидор. Ты там стреляешь уже, да, по мне? Нет? Он стоит. Да пошли вы нахуй. О, смотри, кого-то цапнуло. Нет, граната такая штука, нормальная. Блять, ебаный твой рот. Пидорасы, пачка там целая. Че, не видно нихуя? Че, все нормально с вами, блять, нет? Автоматчик вроде бы расчехлил в самом начале. Так, там где-то аптека, возможно, осталась. Нет, не осталось. Ну ладно. Вроде бы пока что мы с вами всю живность здесь заземлили, так сказать. Блять, свет, конечно, отсутствует полностью, нахуй. Что это был за звук сейчас? О, у нас пулеметная лента, пацаны. Где-то не за горами, короче, у нас уже большие пушки. Да, гиперкомпенсации, так сказать. Так. У нас этот путь вниз. Я думаю, что... Еще аптека, отлично. Приходим постепенно в норму после некоторого пиздеца. Так, еще аптека стоит. Но она большая, думаю, что мы ее оставим. Сейчас какая-нибудь хуйня будет происходить. Так, это что? Это у нас лифт типа. Куда ты уехал? Так, там еще была лестница, сразу проверить надо ее. Посмотреть, что у нас тут.
Так. Чё? Чё ты сказал? Чё ты сказал, братан? Это тот чувак, который закрылся в камере C4, блядь. Вроде как, да? Но сигнал очень хреновый, так что... Пока что его... Блядь! Да раз! Ну это охуенно сейчас было. Как бы, как я должен был предотвратить то, что он кинет мне в ебало эту хуйню, если уворачиваться от нее, блядь. Так. У нас тут бочки, которые необходимо жахнуть, да? В любом случае. Так, они и желтые тоже взрывчатые получаются. Будем иметь в виду, чтобы потом не произошло непоправимое, так сказать. Что-то был за звук сейчас, блядь. А? Я вас не понял, пацаны. Так, это тупик, короче. Вот некоторые говнища надыбали. А, не, нихуя, смотри, там что-то еще есть. Или это... А, ну это одно и то же получается. Да, тут у нас тупичок. Тупичок. Ну ладно, тут лифт. Да, блядь. Эти лестницы я просто обожаю. Он к ним прилипает, и ты не можешь ничего сделать. Так, кот, веди себя хорошо. Кот решил зафейлить мне всю игру. Сейчас он меня опять будет, грубо говоря, создавать 3D-антураж. Присутствие, полное погружение, так сказать, в игру. Ну, вот и аптечка пригодилась. Ну, ладно. Ой, блядь. Ну, я так и понял, что тут, типа, какое-то такое место интересное, в котором... Ты, кажется, попал с этим фаерболом в кореша, но ему, видимо, похуй, да? Он как бы огнеупорный у нас. Огнеупорный, но свинец, к сожалению, причиняет ему вред по-прежнему, блядь. Но вы старайтесь, может быть, вы увидите какой-нибудь совершенный организм для вторжений, блядь, человеческие. Блять, как-то у вас тут не сильно радужно, на самом деле, ребят. Там ходит кто-то, кроме меня, блять. Или мне показалось? А, вон мужик стоит, блять. Ладно. Хорошо. Хуй с тобой, блять. Не стреляй! Да тихо ты, блять, не ори. Я пока не собирался тебя мочить. Везде вырубил свет. Я проведу тебя, если поможешь мне выбраться с базы. Подожди, друг. Стой. Подожди пока, блядь. Тебя сейчас там контузят, нахуй. Я не могу ждать. Да что ты говоришь, блядь. Гранаты почти полные, нахуй. Но их использовать на каждом, как бы, не слишком получается. Потому что в упор ты дамажишь себя. Так, стой, подожди, не ходи дальше, блядь. Я тут нихуя еще не посмотрел, другалек. Во-во-во-во, смотри, что у нас есть, пацаны. Мы с вами раздобыли. Тихо, блядь. Пойдем, ладно, пойдем. Все хорошо. Пойдем, говорит, у нас тут пулемет лежит, блядь. Он говорит, пойдем, я не могу ждать. Так, мы вышли откуда? Отсюда вышли, да? Быстрее! У нас нет времени! Давай, пиздуй. Пацан, не психуй. Опа! Вот, дроны разжились. Пулеметка, да?
пулеметка, бля. Ну все. Сейчас будет весело. Это мы вышли оттуда, да? Давай, 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 давай. Все, 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 не пизди, не пизди, пошли. Ты не можешь ждать, ты что, ссать хочешь или что, мужик? Можешь прям под себя, блядь. Да, классно. Заметьте, у нас марсианская база, блядь. Никаких тебе тепловизоров. Никаких глоу-стиков, ни фаеров, ничего нет. Только фонари, которые можно загасить электромагнитной какой-нибудь залупой, которая здесь, я так понимаю, что очень, очень дохуя. Тут же куча всякой техники работает. Давай, блядь, уже пошли. Тебя-то, я думаю, что пронесло по полной, друган. Завязывай там скулить. Все будет нормально. Все будет в порядке. Все под контролем. Все хорошо. Столько ништяков, блядь, он предлагает мне все это кинуть, короче. Понятно, почему из вас мало кто выжил, блядь. Потому что вы ебнуты. Стой, стой, стой! Ты жив там, нет? Эй, хуило. Кажется, его зажмурило фаерболом, от которого я уворачивался. Печаль, беда. Поражены вашей неудачей, сэр, так сказать. Фонарь отлетел в одну сторону, сам челик отлетел в другую. У нас перевес гранат и перевес автоматных патронов получается. Блять! О, смотри! Мы можем расшибать... Снимать фаерболы, короче. Стрельбой в них. Полезная штука. Короче, дробовик сосет. Еще и по этой причине, потому что ты не можешь контрить вражеский огонь. Сраной стрельбой из дробовика, который перезаряжается, блядь, и стреляет два раза. В секунду, может быть, раз в две секунды, блядь. Так. Есть что? Нету. Вырубила свет. Так, там был... Ага, там было 102, по-моему. Смотри-ка. Все отлично. Но патронов у нас максимум, так что пока что мы не можем ничего взять. Ну, хрен бы с ним. Главное, открыли. А там уж как-нибудь... Воу-воу-воу. Знаете, что я хочу сказать? Это говно означает, что у нас поблизости эти маленькие педрастические паучки. Головастики эти вот, блядь, ебаные. Так что скоро начнется веселье. Так, там у нас чего? Две аптеки и патроны. Если что, мы вернемся, если нас пустят обратно. Я думаю, что нет. Думаю, что нас обратно не пустят. Ага, я понял. Но эти твари, блядь, достаточно криповые. Мы прыгнули отсюда. А туда, возможно, как-то можно залезть, но пока он почему-то сопротивляется. Так. По-моему, здесь будет замес. Паучков замес, блядь.
твари. Их можно останавливать, блядь. Тихо, блядь. Да отъебитесь нахуй. Их реально дохуя. Открывай дверь, ебаной, блядь. Вы еще конечные, нет? Я в этом немножко не уверен, блядь. Так. Нет, смотри, конечные. По скрипту открывается эта хуйга. Ну, это не точно, блядь. Да. В общем, вот с таких вот всяких щелей вся эта хуйня и вылазит. Обратно нас не пустят. А обидно, потому что сзади у нас запас патронов от автомата. Ах ты, сука. Блять, ёбаная тварь, пошла нахуй. Открывай нахуй. Сука, это криповое говно на самом деле, блять. Потому что их еще и дохуище сразу же вылазит всегда. Не один, два, три, блядь. Как те же головастики, блядь, а гораздо больше. Так, у нас там чисто спаун этих спайдерменов ебучих. Но никаких, соответственно, вариантов туда пролезть нету, блядь. Так, я думаю, что раз уж мы здесь, мы сразу захилимся, блядь, по максимуму. Потому что я ебал. Я ебал. Так, ну вот мы прошли Альфа-Сектор 2. Продолжение у нас будет в следующей серии. Обязательно подписывайтесь, пишите, что думаете. Так, у нас там урод прошел, блядь. Но у меня почему-то не убирается автомат, потому что, видимо, новый уровень у нас. Да. Короче, пишите, что думаете, ставьте пальчики. Всем до скорого.